я когда вижу что-то такое прекрасное, красивое, я думаю, боже мой, какая жизнь прекрасная. Как классно жить, какая жизнь замечательная. Такое место, да, благословенное. Как красиво. Мы приехали в такое красивое местечко, замечательное. Такое озеро. Сейчас спустимся вниз, посмотрим, какая красота. Вообще прелесть такая, смотрите. Здесь вот мы наверху за заборчиком еще. Там вот спуск. Пойдемте. Я нам уже нагрузила наши вещички. Вон сумкой. Как туда люди попадают? Так, здесь... А, это пирс для рыбалки. Вот здесь стоят рыбачат детки. В общем, это какое-то место для рыбалки, для детей, для детской рыбалки. Такой парк прекрасный. Расчудесный. Я забыла селфи-палку, поэтому буду снимать вот таким вот образом, без себя, наверное. Вот мы подходим к части, как это, к официальной, да? Здесь, наверное, туалет. Да, туалет я вижу. Здание это. Офисная часть парка. Посмотрим, что там. Катамараны. Смотрю, сдают в аренду лодки. Ну-ка, какая красота. Птички поют, слышно вам? Это здесь спуск на пирс туда для рыбалки, для тех, кто хочет рыбачить. Видите, как здорово. Вот такой пирс. Там вот яркие цветные катамаранчики. Спуск к лодкам тоже. Смотрите, какое красивое озеро. А вот там наверху, впереди, видите, за, где бетонная поднимается, там парковка. Мы там тоже машину оставили, обошли. Такое место очень приятное, очень спокойное, замечательное. Стриженная травка, да, газончики такие, спуски. Склоны, не спуски, склоны такие ухоженные. Красота. Катамаранчики нарядненькие, да, как елочные игрушки разноцветные. Как красиво. Посередине, смотрите, озеро не такое большое, но маяк есть. Смешно. Да, сынок. Где ящерица? Там, смотрите, там из кучи веток высовывается ящерица. Вон она там маленькая. Видно, вам замерла сейчас. Вот я вам пальчиком, видите, ткнула. Вот она там замерла. Сейчас Ваня, может, ее шуганет. Вань, подходи ближе. Я уже ее не вижу, она уже смылась, что ли? Да, убежала, пока я отвлеклась. У меня ребенок пока крался, ящерица сгинула. Там, смотрите, такое гнездо какое-то из веток, чей-то домик явно. Уж больно очень выстроено, аккуратно. Ребенок жильцов там ищет. Сынок, постучись, может, откроют. А, он там нашел, да, там это ящериц гнездо. Кто там еще увидел, высовывается ящерица. Такое место удивительное, красивое. Где это, сейчас вам скажу. Это мы проехали Окленд, чуть-чуть за Оклендом. Такая прелесть. Называется, по-моему, Конкорд. По-моему, Конкорд. Такое местечко. Пока у меня ребенок там ящериц ищет, пойду мужа поищу в этих кустах. Ну, своего в смысле.
найти? Где найти мужа? Вы меня спрашиваете, да, вот видите, можно в кустах найти, вот можно на пирсе мужа найти. Мужа можно найти везде. Хорошая жена своего мужа найдет где угодно. Там вон понтон тоже вдалеке, видите, понтон. И там стол, что ли? Да, столик с этими, с лавками. Господи, подо мной все это скрипит. Все. Как приятненько. Камыши. Кто там спрашивал про камыши? Есть. Все нормально. Конечно, не такие, как я привыкла. Другие. Но есть. Даже скамейка. Там дальше тоже скамейки, рыбачки. Какая красота. Красотища, да? Там на месте не сидится, видите, мы приехали только. Давай. И продолжаем изучать округи. Ищем новые места, где мы еще не были. Ветерок такой хороший, наверное, вам слышно, да? Но теплый, тепло. Даже хорошо, что ветерок, 32 градуса тепла здесь. И ветерок, и поэтому жары не чувствуется. Приятненько так. Вот я вам покажу, я здесь. Настоящая, растрепаченная ветром, ну ничего. Красота, да? У меня за спиной. Здорово? Девочки, давайте сюда, смотрите, катамаранчиков нам хватит по очереди прокатиться. Как здесь спокойно, какое место прекрасное. Удивительно, мне даже жалко, что мы раньше не знали, не приезжали. У меня муж сходил там у рыбаков, спросил, на что они ловят, что здесь ловится, какая рыбка. Они ему рассказали, но говорят, сейчас не клюет, потому что жарко. Но мы взяли удочку детскую, мы в интернете нашли, у меня муж в интернете нашел это местечко, и там было... такое, знаете, уточнение, что вот рыбалка для детей, именно для детей. Мы взяли Ване удочку, думали, что вот он порыбачит, но легкая рыбалка из серии, вот, ну, тут, я думаю, для детей, потому что все оборудовано, безопасно, нет такого, ни ребенок не свалится, да, ограждение везде, комфортно, столики, безопасно для деток, рыбалка такая безопасная. Ой, как классно! Вы себе не представляете, как мне сейчас здорово здесь. Печалька. Ни катамаран, ни лодочку не снять. Закрыто. Видите? Закрыто. Никак не арендовать. Ничего плавучее, к сожалению. А там вон в кустах какой-то сарайчик выкрашенный в цвет камыша. Я даже его не сразу заметила. А он есть... такой. Это башня. Это же не просто маяк. Это башня дамбы. Очень интересно. То есть это еще и дамба. Вот история этой дамбы. Вот, девочки, кому интересно, останавливайте, перечитывайте. Я не буду вам читать. Практикуем язык заодно. У меня муж там ушел уже подальше. И закрыт этот визитор-центр, как это? Центр для посетителей, офис, этот офисное здание закрыто тоже. К сарайчику там еще сход есть. И еще солнечная батарея. Надо же. Для поваров домик, что ли? Девчата, это ежевика, да? Гляньте, сколько ягод. Обалдеть. Смотрите, сколько ягод ежевики. Я приблизила. Ежевичные кусты такие. Ну, еще зеленая ежевика.
А я вам всем-всем желаю счастья, удачи. Приезжайте сюда отдыхать. Всех люблю, всех целую. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.